Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область, чтобы убедиться, что борьба с лесными пожарами и ликвидация последствий находится под контролем правительства региона. Глава государства провел совещание, в котором приняли участие руководители федеральных министерств финансов, социального развития, ЖКХ, транспорта, а также МЧС. Губернатор Сергей Левченко доложил президенту о помощи, которую уже получили погорельцы сразу нескольких территорий. Все вы понимаете, что люди, когда оказываются в сложной жизненной ситуации, сталкиваются с такими тяжелыми для них проблемами, теряют все, по сути дела, все, что у них было, все, что нажито было за долгую жизнь. Дети на руках, часто инвалиды, и люди пожилого возраста, им не на то, как на вас надеяться. Поэтому я вас прошу, самым внимательным образом отнестись. Больше ничего не требуется. Все остальное у нас с вами есть. Ресурсы есть, денежные средства есть, нормативные базы есть. Если мелочи какие-то возникают, мы это поправим в оперативном режиме. Людям нужно внимание. Внимание, и от этого будет зависеть качество нашей работы. По данным главы МЧС, в 50 субъектах Российской Федерации действует особый противопожарный режим и режим ЧС. Что касается Приангарья, то высокий пятый класс пожароопасности установился в 13 районах.